Ушел из жизни известный французский композитор, поэт и шансонье Шарль Азнавур. О смерти 94-летнего исполнителя сообщили его представители. Азнавур умер в своем доме на юге Франции. Причина смерти пока неизвестна. За свою карьеру музыкант записал более 1000 песен и около сотни альбомов. В 1998 был признан самым популярным эстрадным исполнителем века. 20 октября Азнавур должен был приехать с концертом в украинскую столицу.